Бросок в сторону ворот. Лисовец вытащил шайбу в среднюю зону. И здорово перевели с фланга на фланг. Более того, на пятак. И с лета Маннинен. Ну как Маннинен это делает? Скажите мне, пожалуйста. Он и от синей линии сходу бросает. А здесь, похоже, даже от клюшки защитника это шайба Грачев подлетела. Был. Это Грачев был. Он работал с Маннином. Да нет, Маннинен коснулся. А мне кажется, что нет. Вот это вот интересно. Ну, Грачев перехватывал в одной руке, и на него хорошая передача пошла. После видеопросмотра определено. Игры высоко поднятой клюшкой нет. А Корсков.